Утро доброе, ребят, всем. Время у нас 6 утра. Сегодня подморозило. Минус 5. У меня скратки стоят. На утку на подсадной ходил. За 7 километров надо снять, съездить. Сегодня подвезло. Съездить на снегоходе. Так сказать, сделаем закрытие бурана. Буран в этом году отмаслал просто жесть. Тут ни одной поломки. Все. И машина вытаскивал, и Нилу и таскал, и на санях таскал народу в деревню. Вообще отработал. И живой, и заводится, и все. И запчасти доступны. Приезжали скандики, юмахи. И вот в те горы они у меня входили. Поломали здесь все. И все, они стоят. Гнезда поставил, которые уже вода зашла, все, все залило, все заполнилось. Скоро прилетят утки. Сейчас отправляемся. Буран вообще тема, тема. Без всех заморочек, пускай трещит, дымит там. Это, ну, отработал, отпахал просто, он просто отпахал в эту зиму. Огонь, буран, огонь. Такую технику продавать нельзя. Я его сделал полностью. Полностью зачинил. Сделал, поставил. Электронное зажигание новое. Бензонасос от Тайги. Вариатор. Арктик новый, ремень новый, гусянки, все новое. Ну, такие дела. Так что поедем. Поедем мы туда 7, обратно 7. Закрытие у нас сегодня. Закрытие. Ну, в путь, ребята, по дороге.
Отлично, ребята, приехали. Курушка огонь. Курушка шепчет. Вот скрадочек мой. Заберем сейчас его. Сюда больше не приду охотиться. Вот я на открытии с пацаной здесь сидел, и здесь летает две местные утки и один селезень с ними. И все, вот 5 раз я сюда приходил, снимал видео. И ничего, и здесь тишина вроде. Местного еще нету. Пролета еще нет. Как пролет будет, сюда потом приеду. Белочка. А, вон они утки. 4 штуки. 2 селезня. Вон они. 4. 2 селезня, 2 утки. Ну, это местные. Вон прям взлетели оттуда. Местные. Сейчас придет перелетные. Начнут они там с четверга, с пятницы. Плюс 11, 13. Сейчас куда морозы, блин. Это такие метели вообще. Жесть. Так что одни и те же болтаются здесь. Местные пускай сидят, а мы сейчас скрадок разбираем, собираемся. И в обратный путь. И в обратный путь. Закрытие, так сказать, сезон снегоходовского у нас. Потом одни плюсы. О, сейчас замело. Сейчас замело. Все, ребят, буду разбирать. Все, ребят, погрузились. Сетку собрал. Все. Уезжаем. А то растает все, сюда мы уже не пролезем. Уезжаем. Заводимся и в путь, так сказать, в обратный путь поскачем мы, да, Борушка? Обратный путь. Так, ребят, мы доехали. Все нормально, сейчас прокатились по полю. Сейчас загоняем.
Буран отвешиваем, чтобы гусянки в воздухе болтались. На гусянках снегоходы не должны стоять. Загоняем, отвешиваем на чурочки. И все, на этом сезон закрыт. Все, ребята. Про снегоходы, про бураны теперь до следующей зимы. Все. Всем привет.